Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Жастар» и я его ведущий Жасан Жалбаков. Мы, как всегда, знакомим вас с самой интересной и творческой молодежью нашего региона. Сегодня у нас в гостях Ермахан Бахтыгали. Он у нас является руководителем социального проекта «Актубе Вайб», да? Ну, привет, Ермахан. Рова, рад, что ты пришел к нам. Ну, как добрался? Да, нормально все. Ахмед. Немного спешки, да? Не ну, ничего страшного, бывает такое. Ну, какие ощущения у тебя перед интервью? Прикольно. Во-первых, интервью идет на мое день рождения. Серьезно? Да. Сегодня у нас какое число записи? 12 июля, да? Да. Сколько тебе исполняется? 21. Поздравляю. Молодец. Прикольное начало, да? День рождения. Да, из-за этого немного так, как сказать. В таком, да, хорошем настроении, с одной стороны, и так, спешки, так все. Ну, зато запомнится. Ага. Хорошо, давай перед тем, как начнем про социальный проект говорить, молодежную организацию, немного поговорим о тебе, да? Хорошо, чтобы зрители немного познакомились с тобой, и мы в том числе. Откуда ты, сколько тебе лет, в каком школе учился? Еще от этого да, начнем? Ага, давай. Меня зовут Ермахан, как известно. Я выпускник, Ахтубинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова. Еще учился в 21-й школе, с 1 по 11 класс, в принципе. И закончил специальность маркетинг. Сейчас работаю по этой специальности. И, конечно же, руковожу вот социальным проектом Zello Vibe. Ты учился в 21-й школе, да? Да, в 21-й. Ага. И как ты поступил, на грант или как? Нет, на платную. На платную основу, да? Сейчас работаешь по специальности, да? В чем заключается вообще эта профессия? Просто маркетинг какая-то обширная тема, да, вообще обширная тема. Если максимально коротко, это просто мы делаем так, чтобы были продажи у магазинов, типа чтобы у производителей были продажи и были потребители свои. И конкретно какими вот вы выполняете? Я помню, как-то смотрел твой Инстаграм, там листочки, да, такие разные стикеры, прикольно это. И как это создаешь вообще? Одним словом, наша задача – это рекламировать, стимулировать продажи, делать так, чтобы клиенты знали, покупали еще раз, узнавали, советовали. Это все как одно обширное, ну, есть маленькое понятие внутри маркетинга, а так вообще оно дальше, дальше идет капец. Хорошо. Вот теперь давай начнем про молодежную организацию. В целом, когда у тебя появилось вот желание, мысль о том, чтобы создать нечто подобное у нас в городе? В целом, вообще, по поводу маркетинга еще сейчас скажу. Давай. То, что я в 9 классе еще выбрал, когда 9 заканчивал, я еще думал, куда поступить. Ну, типа, основной вопрос был. И тогда я нашел специальность маркетинг, заинтересовался, я помню, еще папе объяснял, типа, папа, вот, я хочу маркетологом быть. Он, ну, не понимает за человек, типа, мы идем, я ему пытаюсь объяснить, а он не понимает вообще, типа, не может даже выговорить это слово. И потом через время какое-то там брату подходит, а он бизнесмен у нас. И ему объясняет, вот там, этот Ермахан хочет на маркетолога. Там что-то такое он сказал, короче. И брат ему объяснил более-менее, чтобы папа понял. Главное, объяснил то, что это нормальная работа, деньги есть, деньги. Это самое важное. Да, да. И папа, короче, мне задачу дал, помню, за неделю, даже меньше. Типа, объясни мне, что такое маркетинг, чем ты будешь заниматься, как будешь зарабатывать, сколько будешь зарабатывать. Ах, тебе есть ли такая, типа, профессия, так, кто-то так работает ли. И мне пришлось вот уже в 9 классе, ну, после 9 класса, как-то во время каникул, изучить какую-то базу для того, чтобы объяснить папе. И при этом я даже благодарен отцу, то, что он вот так дал мне еще мотивацию для того, чтобы дальше обучать профессию. Типа, оно прям обширное, очень большое понятие. И вот так начало дал, хороший старт. Папе объяснил, папа одобрил. Но там в 11 классе я ему сразу сказал, что блин, на грант это очень тяжело. Там, помню, из 140 надо было 125 набрать, как минимум. Я такой, блин, папа, я не осилю, вот, серьезно. Давай лучше не будем тратить деньги, а сразу давай на этот поступим, на платное отделение. Здесь в Жубанова. Договорились. Там уже потом скидки получал на образование, там компании платили. Ну, более-менее сделал так, чтобы родителям было комфортно, так скажем. И мне тоже было комфортно. Плюс был активистом, можно сказать, потом, и закончил на красный, да? Да-да, еще на красный закончил. Замечательно. А в целом родители, кем тебя хотели видеть вообще в целом в детстве? Да, я с папой как-то спрашивал, когда вот как раз-таки
рассказывали по маркетологу, я у него спросил, типа, вообще ты кем хотел себя, как меня видеть? Он говорит, вот, типа, электриком. Ну, да, банально, с одной стороны, знаешь, почему? Он вот так сказал, вот, 21 век, все на электричестве, полностью переходит на электричество. В целом, да. Да, и по-любому найдешь работу в какой-то сфере внутри электрики, ну, типа, по какой-то отдельной. Я согласен с ним, но я больше так на цифровизацию дал. А сестренка у меня, кстати, на электроэнергетику поступила после этого. У тебя и совпадение. Да. Конечно, получилось. Ну, она сама захотела. А, сама, да? Ага. Хорошо. В принципе, можно сказать, благодаря отцу ты не только там выбрал, да, профессию, как обычный школьник, ты уже его освоил, можно сказать, базу, и было как-то легче поступить. Да. Хорошо. А вот теперь насчет как раз-таки про молодежное сообщество. Ага. Когда вот появилась мысль? Ты решил комбинировать между собой? Мысль еще вообще в 10 классе еще поступила, типа в голову так ударила. А вообще изначально я хотел какое-то сообщество, которое будет помогать, ну, типа, делать нетворкинг, так, общение между собой, да, и среди молодежи. И чтобы они друг другу делились. Вначале я хотел, чтобы это было как HR-компания, типа находить друг другу работу, так скажем, по интересам. Не просто так, что угодно, да, там официанты, еще что-то, а по интересам, прям узконаправленно. Потом я так начал круг общения свой расширять, знакомиться с людьми, спрашивать, какие у них интересы, какие таланты есть, типа они, куда они поступают, и этот интерес, ну, я думал, то, что пропадет. Потому что они поступали. В основном поступают же на грант, грубо говоря, и пропадает вот этот талант внутренний, детский внутренний талант. И, а я этого не хотел. Мне хотелось, чтобы люди дальше развивали это. И вот так почва так оттуда пошла. На первом курсе в университете у нас была очень крутая наша кураторша Айбарша Сержангуза, ее зовут. Вот она нам предложила идею как-то создать центр развития маркетинга. Вот изначально вот так позиционировалось. Потом я придумал название Midmar. От слова, короче, идет как Middle of the Marketing. Вот. Кстати, вот давно хотел спросить тебя, вот, что означает именно название? Ага, вот Middle of the Marketing. Короче, я в то время CS много играл. Я так mid, middle вот так держу, такой, а это же середина, центр, короче. Так. И дословно почти типа сделал центр маркетинга, грубо говоря. Понятно. Возможно, это на английском неправильно звучит. Да, да. Я честно, я просто так посмотрел, переводчики посмотрел, вроде нормально, звучит вроде. И вот так сократили. Ну и Midmar, the Development Center of Marketing, что это так как-то было изначально. Был кабинет в экономфаке Айбарша Сержангуза. Выбило, так скажем, кабинет. Отремонтировали сами чисто студенты с 1-го по 4-й курс. И она сама помогала нам. И некоторые преподаватели, которые были заинтересованы в этом, сами скидывались, сами делали. Ну, там, факультет пытался помочь, но из-за того, что там бюджет же заранее надо распределять же на это, из-за этого они не могли. И вот получилось, с первого курса вот получилось Midmar, кабинет свой. Потом на втором семестре мы узнали о том, что у Айбарши Сержангуза хорошая новость, она забеременела, но у нее были планы уехать, ну, у ее мужа были планы уехать в другой город. Из-за этого Midmar она оставляла студентам. Там были у нас студенты 3-го, 4-го курса. Ну, она оставила 3-й курснику. Там у нас девочка Мира была и Сахан. Они вот были основными, так скажем, среди студентов. Когда мы перешли на 2-й курс, они на 4-й, они были уже заняты учебой. Типа все-таки последний курс. А мы с разрешением Айбарша Сержангуза, Миры и Сахана сделали из Центра развития маркетинга более студенческий клуб для того, чтобы еще больше, обширнее взять людей. И чуть-чуть поменяли вот так концепцию, но при этом держа основную идею маркетинга. Почему? Потому что, смотри, у нас же, помнишь, творческие ребята чисто. Да, да. Вот да. У нас мы прям делаем, вот цель Midmar — это развитие творческого потенциала молодежи города Ахтубе. Изначально это был только студент Жбана внутри. И мы, короче, чисто вот студентов творческих собирали, прям отбор вот такой жесткий. Ну, не так жесткий, просто мы уточняли там, где ты учился, не учился, да, или просто пацаны бывали, и девчата тоже, типа, ну, я просто хочу повеселиться, ну, блин, извини. Да, помню. Да, типа, нам нужно было, чтобы вы хотя бы развивались, а не просто тусились с нами, да, это не просто такой клуб. И так постепенно вот так, там карантин потом получился, а на карантине мы перешли на онлайн, и мы такие, а что, блин, дальше давайте просто качеством забирать, онлайн-качеством.
потому что я специально отбирал видеографов, фотографов отдельно, и через них онлайн мы пытались делать контент и собирая молодежь не только университетских уже, а со стороны, постепенно со стороны начинали, типа школьников, другие колледжи и так далее, постепенно забирали, но университет изначально был против, честно. Кто был против? Университет, типа, УПОС университет изначально был против к этому, потому что, ну так, типа, такие, грубо говоря, ноунеймы так резко взлетели, и еще и свои правила ставят, так скажем, типа, ну, непонятки, типа, я еще и не познакомился нормально с руководством, так, что, ну, карантин помешал с одной стороны тоже. Вот так, и уже потом, после карантина, нас официально поставили как университетский, на университетском уровне. Круто. Да, клуб быстро очень так вырос, сейчас является, ну, одним из лучших внутри университета. И по городу мы пытались вот так выходить на концерты и так далее. Там, мы вас звали сняться. Да, помню. В этом плане это как бы твоя специальность очень помогла, да, с этим немного продвигать свой проект. Да. Хорошо, вот насчет Мидмара, я думаю, мы как-нибудь отдельно сможем поговорить. Да, да, конечно. Но самое интересное, мне кажется, самое главное для нас, это вот как раз-таки Zello Vibe, да, который недавно открылся. Да, да. И вот не понимаю одного, как бы зачем открывать еще одно, если уже как бы имеется такое, в чем их отличие? Отличие есть. Здесь, знаете, если Мидмар — это более университетский проект, считается, да, а Zello Vibe более таком городской, вот серьезно, он уже будет больше городским. Здесь такая идея в том, что я подошел к людям и предложил свою идею по поводу вот развития, творческого, ну, развития творчества среди молодежи, это все обсудил, и они стали вот спонсорами, но хотели, чтобы это был отдельный проект, ну, чтобы отдельно, но получается Мидмар — это как будет кузница для того, чтобы молодежь развивалась, а Zello Vibe — это как сцена будет, так скажем, да? Где они будут себя показывать уже. Типа вот здесь Мидмар, я их готовлю, а Zello Vibe уже показываю всем. То есть, грубо говоря, первая — это у нас как типа студенческая организация, можно сказать, а второй уже более такой серьезный, уже вне универа. Да. Там сколько у вас сейчас насчитывается людей, участников вашего проекта? А в Zello Vibe? Да. А в Zello Vibe только из-за того, что начали. Сейчас я только вот с Мидмарсами работаю, грубо говоря. А, с ними вместе? Да, с ними вместе. Вот это такой большой коллаб, если честно. Но это постепенно уже, в Zello Vibe уже интересуются другие ребята. И вот постепенно вот хотим начать собирать команду отдельно для Zello Vibe, чтобы они тоже развивались и делали. Почему именно такое название? Насчет Мидмара мы как-то поняли, примерно концепцию. А это? Честно, Zello... Ну, по городу, типа, все знают, что такое Zello, типа, это новостная площадка же по городу. Да. И от этого, ну, типа, взять, так скажем, какую-то часть людей. А вайп, ну, вайп. Ну, это да, это нам понятно уже. А насчет вот участников, да, там уже тоже идет, да, какой-то отборочный этап, скажем так, тесты, чтобы стать участником этой организации, вообще, скажем так. Знаешь, или нет такого? Какая-то прикольная, я скажу чуть-чуть тему отойдем, в плане есть прикольный инсайт. То, что если ты спокойно заходишь, да, типа без просто вопрос там, грубо говоря, там, аниме фан-база, да, и ты скажешь там, ты любишь аниме, и он такой, да, и все, зашел, да, и этот человек, возможно, через какое-то время просто уйдет с этой фан-базы, потому что он легко зашел и легко может уйти оттуда. А когда ты можешь, когда тебе немного тяжеловато зайти туда, типа есть какой-то там тяжесть, да, скажем, там, страх какой-то, чтобы ты не пройдешь там, или там не пройдешь, и плохо будет там, ну, скажем, лето так не так пройдет, там у тебя воображение так уже настроило, настроило себя психически, так скажем, да, и морально вот так настроило себя, и из-за этого тебе кажется то, что вот, стремиться надо, так скажем, типа, и там внутри работать надо так, чтобы тебя было видно, а если не будет видно, тебя там с позором уберут, там, и у тебя там плохо будет с тобой, такое мышление есть у людей, я это прочитал на днях буквально. Из-за этого, скорее всего, нужно делать набор так, чтобы хотя бы было чувство то, что здесь сюда надо стремиться и здесь надо остаться. Важность тоже. Да, важность такая. Я помню как-то, помнишь, мы состояли же в этой команде, и у нас был общий чат во время карантина. Когда вот пишешь что-то, ты отправил какое-то сообщение, и вот сколько там участников, пару сотен, что ли, было, не помню уже, честно. И когда никто не читал, вот читали все, прочитывали, но на твои сообщения отвечают, и ты такой, господи, что я такого сказал, прям, чтобы никто прям не уважает, ничего не отвечает. Особенно помню, одна наша подруга так делала. Да. Это было тяжко. Ну, странно все это.
Понятно. И, например, какие вот вы мероприятия устраиваете? Вот буквально в воскресенье было что-то, да? Да, в воскресенье. В Астане парке, если да, не ошибаюсь. Что там было? В Астане парке мы делали первое мероприятие, так скажем, тестовое даже. Это называлось «Вечер с вайбом». Хотим почаще делать в разных местах культурных для отдыха. Разных местах для отдыха, да. У нас делать «Вечер с вайбом» — это просто получается. Мы там делали танцевальный баттл, разыгрывали сертификаты от партнеров, делали игры. И, получается, был открытый микрофон, ребята пели, и еще и поставили пикник. Все это было бесплатно, да? Да, все это было бесплатно. Вот теперь перейдем к такому острому вопросу. Я его даже задавал на прошлой неделе Аслыжану. Ты его знаешь, да? Тоже у нас организатор развлекательных мероприятий в городе. Да, в курсе, да? Вот, и у них как бы, знаешь, не то чтобы у них, вообще у всех творческих людей есть такое понятие, как отдавать, да? Творческое свое, там, ментальное, психологическое, финансовое состояние, да? И понятное дело, что вот психологическое, например, или там ментальное, что-то подобное ты получаешь, да? Ну, там, воспоминания, там, прикольные ситуации, истории. Ну, вот что касается финансовой части, потому что наш менталитет, ты сам знаешь, такой немного консервативный, поэтому к этому трепетно, скептически относится. Что ты насчет этого думаешь? Как вы это получаете? Если брать сейчас, давай немного, опять немного отойдем на минор, в плане того, что... Немного, ну, как имею в виду, как пример брать. Хорошо, давай. Ага. В январе, получается, не было ни спонсоров, ни этот, ни инвесторов, да. И получается, полностью все затраты я брал на себя. И да, и сейчас этот отдельный проект залывает. Если, как я говорил, я подходил спонсорам, чтобы они типа, захотели принять участие в этом проекте. Вот они и помогают полностью финансировать этот проект. А какая выгода для них? С одной стороны, если так. А, знаешь, они просто хотят так же, как и я, развивать молодежь. Им все это нравится, как молодежь развивается, растет, показывает себя. Вообще они, ну, как по общению, они как патриоты вот своей страны и видят будущее у молодежи. Вот ты говорил то, что уже с 9 класса мечтал стать маркетологом, да? И вопрос таков, почему ты не решил там поступить в основном в Алмату на эти профессии и там уже развивать такое движение, потому что там это уже как бы имеется, а у нас, грубо говоря, такое мало было развито. Сейчас, конечно же, хорошо, да. Но все-таки не тот уровень. Почему ты так решил остаться тут и тут развиваться? Во-первых, ну, у нас был с родителями уговор, то, что я здесь остаюсь. Это, во-первых. А во-вторых, из-за того, что я остаюсь, как раз-таки, я подумал то, что... А почему, типа, я здесь буду в рамках сидеть, так скажем, да, и как-то сидеть за Алмату и говорить, блин, вот там в Алмате круто, надо было в Алмату поехать. Ну, зачем? Лучше создавать как раз-таки вот такую атмосферу, как в Алмате, чтобы актюбинцы не смотрели Алмату и говорили, типа, вот, в Алмате круто. Наоборот, чтобы хвастались тем, что и в Актюбе хороший уровень молодежи и как-то развито, так скажем, в культурной части. Какое вот вы хотите мероприятие устроить, такое, знаешь, масштабное? Блин, вообще, конечно же... Только же начинаете, но все да, же, конечно, как бы, мечтать не вредно. Мечта есть, конечно, еще с первого, ну, со второго даже курса сделать прям большое мероприятие. Как День города, ты же был же, да. Видел же вот это, масштаб какой большой. Тогда вором было выгодно прям все это украсть из дома, помню. Там такие приколы были. Потому что там сколько людей было? Это очень много людей было. Да, вообще. Настолько там... Было тяжко вообще. Ну, хочется... Прям такое большое мероприятие для всех, прям чтобы весь город видел и знал. И там вы что хотите устраивать? Такие концертные программы, да, и что? Также концертная программа, что показать. Я сейчас пытаюсь общаться и знакомиться со всеми такими объединениями, так скажем, да, там те же медиа про стрит-дэнс и так далее, да, вот это же самые такие знаменитые внутри, да? А есть еще и другие, которые маленькие, хотел бы помогать им тоже развиваться. И всех контактировать, типа создавать вот это общее, общее движение и, ну, делать вайп, получается. У кого ты берешь вдохновение в этом плане? Смотришь ли там, не знаю, на зарубежных организаторов таких мероприятий или как все это происходит? Когда еще Мидмар начинался, тогда мы смотрели UIB, университет UIB. Что смотрели? UIB, университет UIB. Это в Алмате, получается. Мы следили за ними еще в начале, когда Мидмар был. Потом уже, когда поставили свою почву, так скажем, да,
типа поняли, в каком движении надо двигаться дальше. И сами уже свой стиль, так скажем, сделали. Показали, типа, на примере, да? Вот да, так, да. Вот такие есть образцы, мы будем так и двигаться, да? Да, да. Угу, понятно. И вот насчет сложности, как ты с этим справлялся в начале, вот, самом? Было тяжеловато, но... Ну, люди, например, не смотрели косо вначале, когда вы там устраивали нечто подобное, как, например, в Америке, в Штате? Да. Я помню, первые мероприятия делали мы на 101-м. Были в основном много знакомых, но были и люди, которые там были заинтересованы, да, вообще тем, что происходит, в принципе, да. И для них всех было интересно. Типа, вот, прикольно, молодежь, типа, какая-то поет, молодежь друг другу там помогает, вместе хором поют, да, и так далее. Было интересно. Но, как я понял, некоторые соседи пожаловались, возможно, потому что нам приехала потом полиция. А, да, на первом мероприятии на улице нам приехала первый раз полиция. Нам пришлось, да, объясняться. Но, в принципе, мы объяснили то, что мы хотим, вот, как в Алмате, такие концерты делать и так далее. И после этого, так скажем, ну, они нас поняли, но при этом там объяснили то, что все-таки это вызов, там нужно все-таки разойтись и так далее. Это правила такие. Никого не забрали, так скажем, мирно решили, просто быстро закончили мероприятие и поняли то, что все-таки, ну, делать-то надо разрешение у акимата спрашивать все-таки. Понятно. А в целом от государства есть какая-то там, не знаю, поддержка или что-то подобное? Сейчас, да. Сейчас как-то в рамках The Live, вот как раз в воскресенье мероприятие, я спрашивал разрешение у акимата. И как-то они сразу все как-то быстро нам помогли организовать мероприятие в плане. Дали разрешение, дали доступ к электричеству и как-то уведомили полицию о том, что мы будем в такое время проводить в этом месте мероприятие. Ты сам, можно сказать, являешься руководителем в обеих проектах, да? И тебе не сложно совмещать и то, и то? Как бы одно и то же благоразумно, да? Ну, с одной стороны. Чуть-чуть есть, да, разница. Небольшая есть, но здесь, видишь, в январе есть команда. За Вайбе скоро будет команда. Она постепенно уже от знакомых идет. И, ну, несложно. Когда тебе нравится, в принципе, ты же не чувствуешь особой сложности. Ну да. Просто когда дело касается там офисных работников, с ними как-то проще там управлять, да? Ты просто даешь какое-то определенное задание. А тут как бы творческое движение. У всех людей разные там интересы, разные взгляды. Тем более молодежь. А молодежь, как бы ты сам знаешь, немного страдает юношеским максимализмом. Вот. Как ты с этим справляешься? Ну, как ему руководишь ими? У меня у самого был юношеский максимализм, я понимаю, ребят, максимально. Я понимаю, когда они ленятся, понимаю, когда там чем-то они не свободны, там заняты, да? Это, там все-таки не всегда наши родители могут понимать нас, типа то, что полностью освобождать наше время, хоть мы и работаем, даже зарабатываем на этом, да? И бывают такие моменты, но все равно я понимаю, ребят, максимально пытаюсь ставить не узкие дедлайны, да? И у меня не бывает такого момента, когда я вижу видео, да, готовое, да, скажем, в плане видеографа. Там он показывает видео. Я никогда не скажу ему то, что мне не нравится видео. Я скажу, блин, прикольно. Типа, ты так сделал. Ну, я буду пытаться понять, как он пытался позиционировать это видео, так скажем, да? У меня какая была мысль, потому что он-то видит по-другому. Я хоть и объяснил ему ТЗ, да, так скажем, да, техническое задание дал, пытался объяснить то, что надо. Он, скорее всего, чуть по-своему сделал, но, возможно, это даже круче вышло, чем я думал, да? Так что я так не критикую ребят за это. Ну, то есть, в любом случае, это как бы творческое движение, тут не обязательно быть все вот прям по полочкам. Каждый должен носить свое. Да, и бывает, ну, много же ребят, которые работают, типа, в случае чего они могут друг друга заменять. Это нормально. Были какие-то вот самые, можешь вспомнить, самые такое запоминающиеся мероприятия, которые вот только сейчас придет тебе в голову? Самое такое, знаешь, позитивное, вспоминающееся. Последнее мероприятие очень понравилось, честно. Очень? Типа, чем? Честно, мы не особо сильно какие-то были подготовлены, потому что было интересно, как будет в Астанапарк. Вообще в Астанапарке очень редко бывают мероприятия, если даже я помню, даже и не было, кроме открытия, возможно. Я точно не помню. Но и в Астанапарке, типа, сколько людей интересно будет, какое там количество молодежи будет, да, ходить. И это было интересно. Вот, получается, мы танцевальный батл. Street Dance нам помогли этим. Они сделали танцевальный батл. И очень было круто смотреть, как они танцуют. И взрослые, и маленькие дети, они все вот так вот открывают, грубо говоря, да, и смотрят так, типа, с удивлением, такого, блин,
ну, дети тоже так пытаются танцевать, да? Да. Родители видят, родители радуются тому, что у него, ну, у ребенка появляется интерес к этому. Угу. А я это вижу, я еще типа больше радуюсь на это смотрю. Да. А когда поют, тоже там поддерживают, молодежь поддерживает друг друга. Это очень нравится мне. И я чувствую, как вот это волнение перед тем, как выступить, да? И когда, и вот этот момент, когда волнение уходит, когда вот человек поет, подходит к припеву, припев уже все подпевают, и у него вот отходит вот это волнение и начинает кайфовать, так скажем, от того, что он находится на сцене. Вот это я чувствую, и каждый раз, когда вижу, прям ухмыляюсь настолько, то, что я, по идее, иногда должен так снимать видео. Я забываю об этом, забываю о своих этих основных задачах, и просто смотрю, так кайфую. Вот тебе и вайб, да? Да. А самое такое ужасное, прям настолько, прям, что был там срыв съемок. Можешь такое вспомнить, как это было и как вы эту проблему решили? К примеру, говорил то, что вот полицию вызвали, это хорошо. А что-нибудь было другое, что-то подобное? Ну, прям настолько плохо не было, честно. А срывы там, не знаю? Ну, возможно, видео было, там, погода, там, еще что-то такое. Прям, чтобы кто-то нам не разрешал, не было. А, нет, я имею в виду такое, что вот вы с ребятами организовали что-то, договорились, вот в 15:00 мы сюда пойдем, мы там снимем. И бывает такое, что один участник сказал, я заболел, или, не знаю, там, просто пропадает. Ну, быстро просто находишь замену, честно. Серьезно? Да. Максимально быстро пытаюсь находить замену. Там, скажем, да, 15:00 у нас были съемки, должны были съемки. Скажем, он там 15:00 как раз-таки сказал то, что не сможет прийти. Окей, максимально пытаюсь быстро звонить всем своим знакомым, ну, там, внутри Мидмара, да, или даже вне Мидмара, или кто-то был давно, да, в Мидмаре. Начинаю звонить, спрашивать, там, можешь освободиться быстро здесь, там, отснимем и так далее. Возможно, ну, хотя бы снять, чтобы монтаж оставить этому человеку, который не смог прийти, да? И так пытаемся как-то максимально договариваться, чтобы все-таки там, не знаю, большая толпа, да, была съемка, да, скажем, чтобы эта толпа не просто так пришла. Ну, такие моменты не были у нас особо. Там, между собой только. Вот что бы ты посоветовал нашей молодежи, да, которая вот тоже хочет присоединиться к такой команде, но вот это вот консервативные оковы, родители, все это им мешает. Что бы ты им посоветовал? Как им вот сбросить свои оковы, страха, и просто прийти к вам и вот пройти собеседование, что-то подобное? Считаю то, что все-таки нужно поговорить с самим собой для того, чтобы понять, да, полностью себя. Может, это... ну, если ты реально это хочешь, ты будешь самому себе это говорить без конца, да? То, что ты это хочешь делать. И родители не будут помехой, честно. Если они даже максимально строги будут, ты будешь как-то уходить и идти к тому, то, что тебе нравится. Это в любом случае, серьезно. Это как этот Ромео с Джульеттой. Типа, честно, вот такой же пример можно взять. Хоть и сколько запрещали Ромео не идти, да, к Джульетте, он все равно, несмотря на все, он шел, потому что он любил ее. Также можно любить свое творчество. Но в случае с Ромео и Джульеттой все закончилось весьма плачевно. Ну, ладно, не суть. Понятно. Именно просто, это, понимаешь, родители немного начинают говорить насчет финансового плана, типа, что ты от этого получишь? И начинают из-за этого там ребенка давить. И ребенок начинает сомневаться в этом. Что они получают, например, помимо вот вспоминания, опыта, что еще? Вот как раз-таки опыт. Опыт нужен для того, чтобы дальше развивать свое портфолио. Типа, у нас делают видео, ребята фотографируют, выступают, да, поют и так далее. И все идет как большой опыт. И они в дальнейшем могут спокойно находить работу, типа, говорить то, что вот здесь работу, там вот показывать эти видео, фото, выступления. Мы пытаемся, в свою очередь, находить им работу. Если у нас много кто нам приходит, типа, с предложениями о работе, там нужен певец, там какой-то бар, да, лаунж-бар, там выступить вечером, да, либо какой-то видеограф на какой-то заказ, да, и мы пытаемся внутри Мидмара тех, кто не работает и хочет подзаработать, уже видим то, что он реально может это делать спокойно, да, ответственность есть, и вот так предлагаем людей. Понятно. Что ж, давайте быстренько перейдем на блиц-опросы. Я отвечаю тебе, задайте максимально короткие вопросы, ты отвечаешь максимально... Как тебе душе угодно в целом? Твой любимый фильм или мультфильм? Мультфильм. Блин. Давай. Тачки. Давай. Тачки. Ага. Так. Аниме «Дорома» смотришь? Нет? Смотрю, да. Смотришь, да? Отношения или карьера? Пока карьера. Пока карьера. Любимая книга? Так. Блин. В такой момент я забыл имя, прикинь.
Нет, что ты любишь, какую книгу читаешь? А, бизнес-литературу. Окей. Вот, вспомнил, этот, Фил Найт продается в Бью. Ага, все. Так, любимая еда? Любимая еда? Угу. Шашлык. В свободное время что любишь делать? Спать. Ну да, отдыхать, да? Спать. Так, если бы тебе сказать, что тебе осталось жить там всего-то месяц, что бы ты сделал? Прям. Собрал бы ребят, в первую очередь. Собрал бы ребят и рассказал бы им то, что все, ну так скажем, какое-то время осталось, и давайте делать то, что вам всем нравится. Понятно. Любимое аниме? Наруто. Наруто, да? Почему? Ну, от него я и вырос, так скажем. Типа вот это желание стремиться стать Хокаге. Тебе хватает терпения столько там серий смотреть? Мне вот не хватило, честно сказать. Я не досмотрел, честно. А, не досмотрел? Я не досмотрел. Но этот, во время детства, получается, это прям любимое аниме было. Понятно. И топ-3 книги, которые ты можешь посоветовать? Топ-3 книги. Маркетолог, неважно, или в творческом плане? Топ-3 книг. Нейромаркетинг. Ага. Обязательно почитайте. Угу. Также продается обуви. Если, ага. Если а, Nike, что ли? Да, да, вот, да, во да, время да. пробежки идеально просто. Угу. И еще 10 заповедей успеха. Вот это я не мог сказать, вспомнить. Хорошо. И заключительное. В чем смысл жизни лично для тебя? Так. Развить. Дальше развиваться. Показывать себя. И расширять кругозор. Это главное. Угу. Понятно. Что ж, наша программа уже подошла к своему концу. Как видишь, 30 минут это у нас быстро проходит. Да, очень. Вот. Я очень рад, что ты к нам пришел. Успел, все нормально сделал. Угу. Тем более у тебя день рождения. Еще раз тебя поздравляю. Угу. Желаю тебе удачи не только в качестве Мидмара, Зелла Вайба, но угу. и в целом во всех аспектах жизни. А на этом мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся. С вами была программа «Жастар». Я ее ведущий Руслан Жалбаков. И наш сегодняшний именинник. Еще раз поздравляю тебя. Ага. До скорой встречи. И мы увидимся ровно через неделю.